Всем привет, дорогие друзья! Я снова на связи. Я нахожусь в той самой гостинице, в которой и состоится мое сегодняшнее выступление в городе Алмате. Я в гримерке. Гримерка красивая, висят всякие разные картины. На столе много всего. Всякие разные штуковинки, вот такие вот. Фрукты. Но мое блюдо выглядит вот так. На тарелке у меня находится кубик Рубика и Мегаминкс, а напитка пока еще нет никакого. Мое внимание в этой гримерке привлекла одна из картин. Вы сейчас можете видеть ее на своих экранах. Она мне напомнила те картины, которые я делаю из кубиков Рубика. Дело в том, что когда смотришь на нее сблизи, невозможно понять, что это такое, но стоит чуть отдалить, и все сразу становится ясно. В случае с кубиками Рубика ситуация абсолютно аналогична. Сблизи непонятно, а сдали четко и ясно.